Всем привет! Сегодня у нас на распаковке вот такой вот интересный гаджет. Это пульсоксиметр. Это не из Китая. Это нам передали наши хорошие друзья из Украины. Сейчас в такое тяжелое время, как пандемия, очень пользуется спросом такой товар. Ссылочку на него мы оставим под видео. Вы сможете его заказать как самостоятельно, так и с помощью нас, обратившись к нам в любую из соцсетей, ссылочки всегда есть под видео. Доставка осуществляется Новой почтой, Укрпочтой, ну, в принципе, любыми доставками по Украине. Так, давайте же посмотрим, что здесь такое. Так, вот так вот он выглядит. Вот такая вот пластиковая подставочка к нему идет. Здесь идет инструкция. Инструкция на английском, что очень радует. Здесь можно все прочитать, перевести. Также здесь есть картинки с таблом. Рассказывают о том, что можно переворачивать сам дисплей. Ну и тут дальше подробное описание, как его настроить можно. Характеристики. Вот такая вот инструкция идет в комплекте. Также здесь идет сертификат о том, что это сертифицированный товар. И идет вот такой вот ремешок. Здесь есть отверстие. Вот можно вставить и на руку, если это, допустим, покупается куда-то в массовое пользование, например, там в спортзал или еще куда-нибудь, то можно вот так вот носить, там тренер и проверяет, допустим. Ну, как вариант. Так, и вот сама подставочка, получается, идет. Вот так вот он выглядит. Так, работает он на двух вот таких мини-пальчиковых батарейках. Батарейки в комплекте не идут. Так, здесь, ну, аккумулятор, все написано. Кнопка включения. Нажимаем. Когда не вставлен пальчик в отверстие, он ничего не показывает, и он сейчас просто вот потухнет. Вот. Дальше. Теперь, если мы хотим измерить свои показания, мы вставляем пальчик, включаем. Так, так вот буду держать, чтобы вам резкость. Идет измерение. Так, и вот показывает 99 это кислород, 85 пульс. Если я вот, видите, нажимаю на эту кнопочку, меняется расположение экрана. Вот так вот видно. Сейчас резкость наведется. Вот так. Так, дальше, что здесь есть еще? Я сейчас это выставлю. Здесь есть, если нажать и вот так вот удерживать. Сейчас резкость наведем. Сейчас, ага, комиссия, оно перевернулось. Давайте я... Здесь как бы настроечки идут дополнительные. Вот верхний ряд, включена кнопка ON. Это не уведомление, вернее, а звуковой сигнал. Вот как градусник. Допустим, мы измеряем температуру и в электронном, и он потом пи-пи-пи. Так же и здесь вот. Yes. А, перевернулся опять. Так, дальше что здесь идет? Минимальные показания кислорода. Тут стоит 90, можно настроить на другой. Ну, как бы норма 90, поэтому и выставлено также 90 у нас. Дальше идет пульс, показания пульса. Здесь максимум стоит 130. Если будет выше, он начнет пикать. Показания пульса минимальные, это тут стоит 50. Также, если будет меньше, чем 50, он начнет пикать. Здесь плюс 4. Здесь, по-моему... как его называют, разбежность, вот какая может быть. Ну и так уже вот и тут дополнительные, обнулить, вот можно до заводских настроек,
погрешность выставить и кнопка Exit. Вот я на нее нажала. Сейчас надо удержать, вернее. Сейчас не хочет. Есть. Все, и вышло. Также вот, вот он. Надо. Еще один момент. Если им пользуется девушка, то желательно, ну даже не желательно, а вообще как бы по правилам, чтобы на ногтях не было там лака или нарощенных ногтей, потому что здесь вот в серединке, видно, здесь идут датчики, которые это все измеряют, и если будет на ногтях лак, то уже не будет достоверной информации какой-то. Вот такая вот штучка, очень полезная, очень нужная, тем более вот сейчас в наше время. Пожалуйста, приобретайте, обращайтесь по контактам, которые мы оставим под ссылочкой. Я думаю, вам такой товар пригодится. Спасибо за просмотр, ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал.